В Саудовской Аравии появится свой Голливуд. В преддверии дебютного Саудовского международного кинофестиваля «Красное море» Саудовская комиссия по кинематографу представила стратегию по превращению киноиндустрии страны в арабский вариант Голливуда. Целью саудовских властей является развитие киноиндустрии королевства до мирового уровня и выпуск фильмов, способных конкурировать с зарубежными картинами. Власти страны планируют добиться выручки от отечественного кинематографа в размере 500 миллионов долларов в год. По словам гендиректора кинокомиссии Абдуллы Аль-Кахтани, новая стратегия поспособствует превращению страны в глобальный центр кинопроизводства. Он также отметил, что киноиндустрия в Саудовской Аравии – одна из самых быстро растущих на Ближнем Востоке. В рамках этой инициативы планируется создание Саудовского кинематографического института, выпускники которого смогут стать не только профессиональными актерами, но и режиссерами, аниматорами и звукооператорами.